Ай, позор моим платам! Забыл срезать этот листик! Ничего, Робиток, вот твой секатор! Спасибо, принцесса Адилия, за спасение сада! О! Ты опять ковыряешь в носу, Адибу? Нет, нет, это Бузи ковыряет, да, вот так. О! Ну хорошо, только почему у меня козявка в носу? И почему мне нельзя ковырять в нем? Тогда достань палец из своего носа. Мы отправимся в гигантский нос. Здорово! Есть, отлично! Оригинальная концепция когти. Адаптация Лоренса Диаса и Стефана Карра. Режиссер Жан-Люк Франсуа. Путешествие Адибу. Как устроен человек? Почему в моем носу козявки? Какой большой носище! Не так нос! Воздух, который ты вдыхаешь, наполнен пылью и частицами грязи. Но они застревают на волосках и в носовой слизи, словно в паутине. Адилия, давай осмотрим нос изнутри. Не знала, что в носу столько пыли. Взгляните, волоски задерживают большую часть этой пыли, не давая проникнуть в легкие. Но они не могут задержать все. Смотри! Ну что ж, пойду-ка я проверю наш корабль снаружи. Я скоро вернусь. Я один, наконец. Мне так и не терпелось. Адибу, скорее назад! Радар показывает, что нос собирается чихнуть. Иду. Скоро будет очень опасно. Бузи! Ну отойди, ну слезь с меня! Я прошу тебя! Где мы? Мы застряли в желеобразной носовой слизи, покрывающей стенки носа. Она улавливает пыль, которую не задержали волоски в носу. Другое название? Сопли! Я знала! О, я вижу, вон Адибу! Я не могу выбраться! Вот что бывает, если без конца ковыряешь в носу. Да, но кто же управляет нашим кораблем? Ой, вот тебе на! Не трогай, это Бузи. Осторожно! Откуда эти твердые части? Когда в слизи очень много грязи, она засыхает и твердеет. Это огромная козявка, как у тебя, Адибу. Да, но может нам удастся спасти корабль? А? Долго эти козявки остаются в носу? Пока ты не выковырнул. Или не проглотил. Поднимается ветер. Сейчас нос высморкается. Лучший способ избавиться от соплей. Мы можем разбиться о ткани, пусть и покрытые слизью. Назад, на Селесту! Адибу, я вижу, что ты делаешь. Лучше высморкайся, иначе ты... чихнешь. Теперь ты понял, откуда взялись козявки в носу? Да! Я дышу, в нос попадает пыль. Часть ее задерживается волосками, остальное – носовой слизью. Засохнув, она становится козявками. Пока! И держите нос в чистоте!